Давайте посмотрим, чем нас порадует застройщик. Итак, вот вход в квартиру. Заходя, мы попадаем в холл 13,5 квадратных метров. Это очень прилично по нынешним временам. Но тут такая конфигурация, что шкафы поставить некуда, друзья. Посмотрите, вроде бы застройщик попытался разместить два шкафа, но, во-первых, они стоят очень неаккуратно в пространстве. Они мешают проходу в одну из комнат, видите, как выпирает вот этот вот угол, об который мы будем запинать. Во-вторых, грязная зона остается, через которую мы все время будем ходить. Дальше, в одной из ванных стоит стиральная машина. Но это сразу же плохо, так делать нельзя. Нужно делать отдельное место под стиральную машину. Есть кухня-гостиная. В гостиной стоит огромный стол, вокруг которого очень много места, а сам кухонный гарнитур очень маленький, и расположение приборов неправильное.